2, 3, лабрадор! Не трогайте дикие растения! 10, 9, 8, 7. Где бы спрятаться? А? Вот тут! А? Кто не спрятался? Я не виноват! Нашел! Ага, и тебя нашел! И тебя найду, зайка! Нашел! Зайка, что с тобой? Чешется! Как чешется! Как больно! Меня покусали! Чудовище, бежим! Что-то случилось? Что такое, ребята? Шериф Лабрадор, там какой-то кусачий мус, он покусал Сайку! Дай-ка посмотрю! Дело серьезное, я отнесу ее в больницу! Кусачие кусты существуют! Добби, пойдем проверим! Меня подождите! Теперь меня не покусаешь. Пойдем посмотрим там. Хорошо. И где же оно? Нашел! Это поливалки. Добби, что случилось? Нет там кусачего куста. Кусачий куст! Я тебя не боюсь, у меня снаряжение! Стой, это гигантский борщевик, не трогай, он ядовитый! Что? Ядовитый? Больно! Бери корзину! Попался! 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 Наконец-то поймали! Как он ухитрился прокопать туннель? Смотри, это следы дядюшки Сурка. Что за дела? Я поднимусь и посмотрю. Нашел! Он там! Дядя Сурок, не трогайте этот куст! Отвезу этот красивый кустик домой. Надо ему помешать. Что-то я весь чешусь. Что происходит? О, нет! Берегись! Эй! Я не могу терпеть! О, впереди пешеходы! Летучий коготь! Берегись! Эй!
О, нет! Эй, осторожно! Не трогай! Дядя Сурок! Скорее, везем его в больницу. Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, вокруг нас растет очень много диких растений. У одних есть колючки, а другие бывают ядовитые. Их лучше не трогать. Это может быть опасно как для здоровья, так и для жизни. Помните об этом. Буф!